Чё? Какой Васька? Какая Любка? Я не знаю, чё вы. Играйте мне как можете. А вот такой вопрос. Зачем мы ставили кастомную форму, если все играют нормально стандартными? В смысле, чтобы побеждать? А, и чё, нам помогает это? Фартовая форма? А, чё? Турков выиграли же, ё-моё. А, ну да, как я мог забыть? Мы сегодня ещё Инфостарс выиграли. Четверых. Офигенно, это просто великое достижение. Между прочим, 1-0. Хоть какое. Все, давай, погнали. Блин, а я чё, ПЗ, что ли? Ну, держи просто игрока за спиной, они 3-5-2 играют. Мяч у соперника теперь будет. Блядь, Женя, играй ближе к фалангу. Да поднимитесь вы к линии. Вынос, главное, чтобы повыше и посильнее. Опасно. Пошел. Третий. Отлично, он мяч перехватил. Игра головой, и мяч уходит за боковую. Макс, побегу на ближку. И как он дальше мячом распорядился? Хорош, бля. Молодец, защитник, выносит мяч. Отличный. Давай, пиши. Давай. Хороший удар. Сегодня сейчас сменжеваться буду. Давай, нам терять тебе все равно нечего. Играем как? Потянуло. В атаку. Играет он на партнера. Ай, как не прошло. Нормально, нормально. На дальнюю закинешь. Да, вешай на Егора. Пускай он забегает только. Давай тогда мне пас, я навешу. И ты вешай сразу, да, только не это. Ему действительно. Короткий пас сразу он что-то, сука, не знает. Наш. Вы, суки, вешаете. Давай на Игоря. Подстрахуйте остальные. Центр штрафной, пошла подача. Фланг навес. Вешай. Да. И что дальше тут? Хорош. Да ладно, сука, столько открытых игроков было, блядь, он навесил на эту. На защи, нахуй. Я хуею, блядь, FIFA, спасибо. Да. Так. Разрядил он обстановку сейчас. Растягивайте. Играют они в пас. Мяч остается у них, судья все видел. Как здорово он... Закрыто уже. Не надо мелко так играть. Хорош. Горяну, хорош. Ой, я там уже не Горян точно. Ай, хорош, обострее. Нормально. Прессинг, не давать им. Под удар на 11, давай. Ребят, у нас... И центр штрафной, мяч летит... Хорош, да, вернулись, помогли. Два в одного здесь. Если чё. Ржусь. Ладно. Не смогли они мяч удержать. Сука. Хорошо, душим. Не останавливайтесь. Ошибутся, дай. Вот, конечно, всё. Ошибутся. И выбивает мяч защитник в аут. Аккуратно. Да нормально. Все помнит и показывает желтую карточку за еще, еще. Кстати, Катан чит поставил или у тебя так и не сделался? А мне не делался нихера. Не делался? Это админ спит где-то, блядь, ему похеру. Че, и пробушили сразу. Макс, моряк. Центр есть. Наряд, помогите. Окей. Там вон стоял отлично сзади один. Отлично, он играет на перехвате, очень хорошо игру сейчас прочитал. Дальний. Блин. Сука. Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече.
Ну что сказать, голище! Кстати, этот парень дело-то свое отлично знает. Не первая его передача такая. Идеально! Так, ты продолжай. Видно, что на тренировках времени даром этот парень не терял. Вот так был забит гол, смотрим комбинацию. Открываем. Хорошая навесная передача, и тут нужно было просто попасть. И мяч на фланг отправляется. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Не бьет, но... Хорош. Хорош. Красава. Молодец. Разыграли момент и смогли сравнять счет. Все, и дальше продолжаем. Вадик, ты аккуратно, не горячись там. Гол. Надо все по ситуации. Неплохо был, но соперник эту передачу прочитал. Играем, все. Отвлекаем. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. В хорошем в отборе будет аут. Стоит отметить четкие действия игрока. Хорош. Так же. Игроков не отпускаем. Ставит корпус, не расстается с мячом. От игрока мяч уходит в аут. После рикошета мяч уходит в аут. Чё, поднялись сразу. Блин, я без отбора, ребят. Мяч, да, тебе не надо, конечно. Открываемся. Центр, откройте. Через центр сложно пройти. Играет он на партнера. Нет, максимум, что ли. Хорошо. Всё. Даже не остановил. Главное, не обрезались. Опа. Ага. Хорошо. Нормально. Удар есть. Хорош. Я большого возьму, остальные разберите вот эту рыжую. Подбор, смотри. Да, фланги повышили. Идет мяч в штрафную. Жаль, затянули немного атаку. Хорошо. Все, Макс есть. Давай, хорош. Выше, защита. Сука. Да, там. И вратарь не понял, как это произошло. Эти давны не умеют нажимать на А, что ли, или что? Паса, это качество игры. Игра возобновляется, играем, счет уже 2-1. Мяч перехвачен, Бокс. Мяч сам к нему пришел. Шире игру стараются развернуть, мяч на фланг. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Да, блядь, что за хуй-то, блядь. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака. Второго возьмите, второй там. У них вылетел они. Есть у него поддержка в атаке. Хорошо. Очень хорошо на игру читает, мастерски. Выше, Игорь. Хорошо. Центр, цап. Поднимайтесь сразу к центральной линии, не надо там стоять. Хороший на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Вот такая вот фигня. Хороший. Происходит. Хорошая атака прерывается. Быстрее вперед, мало времени. Еще центр. Дальше. Отдает он мяч партнеру. Давай, что? Ну. Сразу подавай. Блин, так подстроился. Подавай сразу. Все на. Ой. Ну что же, интересный тайм. Как не получилось-то ударить в конце. Немного подстраивался как-то, блядь, жопой бежал. Я там еще кое-как достал его. Вопрос. Yes, sir.
Феникс два раза проиграл, 2-3 и 1-3. Левел Про 0-0 и 0-2 проиграл тоже. FIFA City 1-1. Блин, красавчики выиграли, вышли. У нас он Диего проиграл, это плохо. Сити тоже не вышел. Диего, да, подставил. Второй, давай, играем. Ломаю его полностью. Повыше, повыше. Где? Очень мало времени остается до конца матча. У нас гости ведут в счете и тянут время. Свист на стадионе просто оглушительный. В очень накаленной атмосфере наш матч будет заканчиваться. Для гостей сейчас любая, хорош, даже самая маленькая шутка, хорош, хорош, может быть фатальной. Егор, назад сместись, я возьму это. Повыше встречаем. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Ну, когда встречать, вы хоть перекрывайте траекторию, блядь. Хорош, хорош. Можно сбежать на вашу позицию. Ну. Смотри, далеко не выходи. С ним останется. Подали мяч с углового, мяч достается в вратарь. Играют они в пас. Фланг есть. Дэн есть. Центр. Да, да, беги, беги. Хорош. Другой фланг. И что дальше тут будет? Ай, не пошло. Под удар опять, давай так же, как вешал. И прямо в центр штрафной мяч летит. Слайд вешай. Вешай, вешай, блядь, там... 2 ТЗ, блядь. Все, вернулись, все, вернулись, вернулись. И как он дальше мячом распорядится? На дальнюю, вешай, ну, хорош. Блядь, что, вообще не выпрыгнул. С тобой есть. Играет в пас команда. Как вариант продолжения напрашивается на вес. Отлично сыграно, очень вовремя защитник мяч выйдет. Потянуло, сука. Нет, не дошел этот пас до адреса. Нормально, все игроку разобрали. Повыше, ребят, встречаем. Прессинг. И поменьше, чтобы свободный зон был, смотри. Ошибается игрок, мяч перехватывает соперник. Центр есть. Снова точный пас в его исполнении. Через центр, дальше. Слайк есть. Хорошо. Ну, все снимает, вообще снимает. Ничего, 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 пусть снимает. А почему бы не провести быструю атаку? Ситуация к этому располагает. Он офсайде, не бей. Будет мяч у них. Могут навесить хозяев. Защитник отводит опасность от ворот и разряжает обстановку. Крайков-то своих не теряйте, ну что это? И прямо в центр штрафной полетел мяч. Тартем скинул. И навес на ближнюю. Хорош. Пасиком. Есть возможность забить мяч в ворот. Это офсайд. Подойди. Дай. Ключи поближе. Вылазите с этого, да. Ладно. Теряют они мяч. Выше, выше поднялись. Выше, 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 Георг. План. Приходят они в атаку. Отличный перехват, очень вовремя. Диас. Опасно это может. Хорошо. Здорово. Хорошо. Красава. Здорово. Отличный пас. И снова счет равный. Соперники достойны друг друга. Не смогли они мяч удержать.
Будет штрафной удар. Повыше, ребят. По рефери. Коротким пасом мы сыграли. Хорошо. Отдает он передачу. Не прошел удар, защита на месте. Потери и мяч. Можно. Увидел открывание впереди, делает передачу. Ничего. Дохлячок. Да. Он же маленький. Игроков разберите, не стойте просто так. Наш мяч. Влад. И великолепно он игру прочитал. Да. Хороший перехват сделал. Хорошо, хорошо. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Во многом игра команд сегодня сходится. Обе стараются делать ставку глубокий на контроль мяч. Мяча. Хорошо, хорошо. Успехом у них получается. Это отображается и в счете на табло. Посмотрим дальше, кто все-таки сумеет свое владение довести еще раз. Центр можно. Не, вот так не надо. Центр надо было вернуть. И завладели мячом. Отличный пас. Прострел дальний, смотри. И как он дальше мячом распорядится? Ой, блядь, нажал, он что-то вообще ногу не выбросил, блядь, нихера. Ну что, чем ответит соперник? Пиздец, блядь. Сука. И команда, вообще, которой блядь. Сегодня предрекали поражение, обходит. Ой, блядь, вообще, ну, не, потом аж дернул, блядь, после. Есть, если уж совсем честно на эту ситуацию посмотреть, то еще можно все исправить. Пять голов уже забито в этом матче, счет 3-2. Сука. Штрафной удар. Ладно. Поехали. Много еще играть. 10 минут. Давай. Играет он на партнера. Он уже, наверное, да что ты творишь ты, господи? Очередной хорошо, точный пас в его исполнении. Вперед необходимый и Челси, болельщики это здорово понимают. Центр. А. Грузани. Оп. Нет, да. Не ждал. Охренительно просто. Ставит корпус, укрывает мяч. Диас. Толку не давай. Интересно, куда дальше мяч пойдет. С ударом. Играют они в пас. Как отлично хорошо. Он действует и выручает свою команду. Есть. Егор, высоко. Ух, как, а? Высоко. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Хорошо. Красавец. Все, пошли все вверх. Ой-ой-ой. Потянул, честно. Егор, смотри, будет бросать туда. Огром. Без мяча остается. Бля. Да ничего хорошего. Броку, смотрите, будет. О, пускай. Да он так будет стоять лет 100. Ну послушайте, надо больше тренироваться, так водить мяч в игру нельзя. Да, давай. Основное время истекает через одну минуту. Темп играть. Так, пошли в штрафную. Разворачивайся, вешай. Да. Не получилось тут толком класс. Выбить. Бить, вешать. А, вешать. Защитник блокирует этот момент. Удар там просто. Ну что же, игра завершилась. Не, ну там понятно, что вешать толпа. Давай, если ведьма, значит, мы дозор. Что я головой думаете? Давай. Ладно, не ругайся, что ты, блядь. Да не, неплохо на самом деле. В Европе вообще мы неплохо сыгрались, по сути. Ладно, спасибо всем за сезон. В защите, да, согласен, отвратительно. В защите жопа. Так нормально. Ну и...